1 июня введено временное ограничение движения большегрузных автомобилей. Согласно закону, автомобили массой более 8 тонн не должны ездить по республиканской дороге. Однако количество водителей, не соблюдающих новые требования, не уменьшается, говорят ответственные. В связи с этим в регионе был организован рейд на трассе республиканского значения. Подробнее в следующем материале. Несмотря на то, что это временное ограничение для больших грузов, водители все так же продолжают игнорировать новые правила. Ведь с момента вступления в силу нового закона к ответственности были привлечены 40 водителей. Их оштрафовали на общую сумму 7 миллионов тенге. В рамках действующих ограничений разрешенная масса большегрузных автомобилей снижена на 20%. Общий вес и квалификационный вес. Кроме того, призываем водителей не превышать предельный вес при погрузке товара на дорогах общего пользования. Специалисты отмечают, что в летний период тяжелые грузовые автомобили существенно влияют на качество дороги. Именно поэтому вводится временное ограничение движения. Как известно, с 1 июня по 31 августа в целях сохранения дорожного покрытия с 10:00 до 20:00 было ограничено движение большегрузных автомобилей массой более 8 тонн и установлены специальные дорожные знаки на дорогах республиканского значения. В ходе рейда специалисты инспекции транспортного контроля остановили несколько грузовых авто. Среди них оказались и те, кто не соблюдает правила дорожного движения, то есть превысили полагаемый предельный вес и другие нарушения. При проведении транспортного контроля выяснилось, что автомобиль не имел специального разрешения и превышал допустимые параметры. Параметры, предусмотренные приказом 342, не должны превышать 4 метров. Ширина не должна превышать 2,55 метров. То есть в настоящее время установлено, что ширина машины составляет 3 метра, высота 4,10. И параметры длины тоже не соответствуют нормам. Поэтому на владельца автомобиля составляется соответствующий административный протокол. А мы еще раз напомним, что временное ограничение на проезд больших грузов продлится до 31 августа. И в связи с этим ответственные будут проводить мониторинг по соблюдению правил дорожного движения. Ажан Сабитқызы, Мангель Трахмет Дидар.